20 февраля этого года в большом концерте на сцене Измаильского дворца культуры имени Тараса Григорьевича Шевченко выступили лучшие хореографические коллективы и вокалисты города. И собрались они не просто так. Перед ними стояла благородная цель – помочь медикам родного города. На собранные во время проведения акции деньги купили новый кондиционер, который директор Дворца культуры, депутат Измаильского городского совета Наталья Бойко передала врачам. Сегодня я хочу выразить благодарность тем коллективам, которые приняли участие в этом благотворительном концерте, которые нашли время, силы, да, и организовали вот такое хорошее, доброе дело. В конце прошлой недели кондиционер уже установили. И очень вовремя, так как впереди лето, а больные люди плохо переносят жару. Врач-онколог Виктор Островицкий поблагодарил всех неравнодушных жителей Измаила за оказанную помощь. Сотрудники онкологического кабинета выражают большую благодарность депутату городского совета, директору Дома культуры имени Тараса Григорьевича Шевченко, Бойко Наталье Павловне за оказанную спонсорскую помощь в приобретении и установке кондиционера в кабинете, что улучшит оказание медицинской помощи онкологическим больным. Во время подведения итогов февральской акции Наталья Бойко отметила, что уже запланировали новые благотворительные проекты, что в лишний раз подтверждает известную истину о том, насколько отзывчивые и добрые люди живут в столице Придунавья. Мы, естественно же, не будем на этом останавливаться. В будущем будем организовывать подобные благотворительные концерты. Сегодня у нас уже есть просьба от Андрея Горковича, который просит помочь ему с приобретением спортивного велосипеда, как для инвалида, который сможет заниматься спортом и, естественно же, задействовать других ребят с такими ограниченными возможностями. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.